Когда я вам говорила, что, ребят, когда я вас хочу смотивировать на то, чтобы вы получали тот функционал, который есть в нашем физическом теле, это я вам говорю для того, что я понимаю, что чем больше людей это осознает, не познает, нет. Вы можете миллион книжек прочитать, и вы будете просто знать какие-то знания, которые будете, возможно, их умело применять и там, жонглировать ими. Но именно вот это вот осознание, как в нас, в тело, заносят определенные вирусы, это именно вот осознание того, что это прям видение, вы потом просто это будете видеть. И, например, может быть, когда-нибудь задумывались, почему известные богатые люди, ну, то есть богатые это не те, которые там в Биркин, да, ходят, или там какие-то там Шанель, там еще что-то, вот эта вот показуха, за которой должны люди пойти, не эти богатые люди, это, я имею в виду, те богатые люди, которые близки к теневому правительству. Либо к теневому правительству, либо именно открытое правительство, которое мы видим как правительство. Либо несколько поколений царствований семьи. То вы увидите, можете посмотреть статистику, там никто не умирает, например, от рака. Потому что мы с вами все прекрасно знаем, что заболевания рака не существует, это точно так же волновая генетика, которая определенный круг людей, ну, например, таких как я, как вы, их даже не будут убирать, вот эту сломанную клетку даже вытягивать не будут, убирать. Они дадут вам умереть, чтобы другие понимали, что рак существует. Но именно другой слой населения, который составляет всего 2% нашей всей планеты, они никогда не болеют раком. Почему? Ну, потому что это им неинтересно. Они чаще всего, кого бы вы ни взяли, они умирают от старости. И даже в редко в каких случаях вы можете узнать, что кого-то убили. Потому что убить определенных людей их тоже не так-то просто.